эту историю рассказала мне подруга, и ее слова подтвердила ее семья. Так что, думаю, есть все основания верить в это. Подруга выросла в многодетной семье, где было 4 девочки и 2 старших парня. Одного забили до смерти при разборках, а эта история уже про второго. Жили они в старом частном доме, да и живут до сих пор. В доме с подвалом, заваленным всяким хламом. И однажды второй брат без всяких на то видимых причин повесился в этом самом подвале. В общем, семья была убита горем. Они до сих пор очень переживают эту трагедию. И вот по их рассказам, в течение недели после смерти этот парень приходил домой. Просто открывалась запертая на ночь дверь. Он проходил в комнату и стоял на одной из младших сестер. А спали девочки в одной комнате, и все видели его приход. Та, на чьей постели он стоял, просто молчала, боялась, держа под одеялом. Описывали девочки его как простой темный силуэт. Но все они мгновенно узнавали в этом силуэте своего покойного брата. Он стоял так некоторое время и уходил через входную дверь. А на утро дверь оказывалась все так же заперта. После того, как подруга мне это рассказала, мне немного стало неловко приходить к нему в гости. А еще я был в том подвале, когда помогал подруге провести там уборку. И вы знаете, они даже стул, на котором он стоял, когда вешался, не вытянули.